Колонна туристов из 35 человек с амбициозной миссией «Оставить мир без сирот» выдвинулась из города Киева в кругосветный велопробег. Участники проедут через Киевскую, Черниговскую, Сумскую области в направлении российской границы, и дальше тур продолжится по территории России. За 6 лет бывшие воспитанники интернатов решили обогнуть земной шар и замкнуть кольцо велотура в столице Украины. Ничего хорошего в жизни не бывает без цены, без посвящения, без усилий. Вот просто так только бурьян растет. Поэтому эти ребята прилагают сегодня огромные усилия, чтобы принести какие-то перемены, какие-то изменения. Да, идет дождь, да, идет град, да, холодно, да, непонятно, как они проедут первые 100 километров, даже сегодня вы, вот после обеда выход у них. Но я верю, что их усилия, их посвящение даст свои результаты. Храни их Господь. Впереди много тысяч километров, много вызовов, которые нужно преодолеть команде смельчаков ради того, чтобы рассказать всем, что мир без сирот – это реальность. Девиз их путешествия – каждому сироте по семье. Накануне выезда в агентстве «Униан» состоялась пресс-конференция организаторов международной акции «Мир без сирот», в которой приняли участие президент благотворительного фонда «Пилигрим» Геннадий Махненко, инициатор проекта «Усыновление ты будешь найден» Сергей Демидович, президент Альянса «Украина без сирот» Руслан Малюта, а также участники велотура. Призыв передать желаем людям пойти в интернаты и взять за ручку мальчонку, девчушку и привести в свои семьи. Ради этого мы отправляемся в это достаточно тяжелое путешествие. Я с ужасом думаю о том, что уже сегодня нам предстоит 100 километров под штормовым прогнозом, ливень, шторм. Вот штормовое предупреждение. Но мы хотим это делать и будем это делать, и намерены проехать вокруг всего земного шара ради нашей мечты. Нас не запугать дождями! Аминь! Хватит ли энергии участникам столь амбициозного проекта, чтобы закончить начатое дело? И какую поддержку могут оказать церкви, чтобы миссия этой компании была выполнена максимально? Диана Мохамедгалиева, Андрей Корнеев, ТБН Украина, Киев.